16 февраля 2008 года в Лас-Вегасе, США, чемпион мира в первом легчайшем весе по версии WBO, мексиканец Фернандо Монтиэль провел шестую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший чемпион мира в первом легчайшем весе по версии WBA, мексиканец Мартин Кастильо. Уже в первой трехминутке Фернандо смог обозначить свое превосходство, отправив претендента на канвас, но тот поднялся и продолжил схватку. В четвертом раунде после удара по корпусу претендент вновь оказался на настиле ринга. Рефери, завершив отсчет, зафиксировал досрочную победу Монтиэля. 16 февраля 2008 года в Нюрнберге, Германия, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA россиянин Николай Валуев провел отборочный поединок за право претендовать на титул WBA в супертяжелом весе. Его соперником стал бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе белорус Сергей Лихович. Николай уверенно контролировал ход поединка, хорошо работая с дальней дистанции. Лихович искал успехи в сближении, стремясь нанести нокаутирующий удар, но до финального гонга ему этого так и не удалось. По завершению финального раунда судьи единогласным решением отдали победу Николаю Валуеву. 16 февраля 2008 года в Лас-Вегасе, США, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBO, американец Келли Павлик, провел реванш с бывшим обладателем этих титулов, соотечественником Джермейном Тейлором. Бой прошел в рамках второго среднего веса, поэтому титулы на кону не стояли. Поединок прошел в напряженной борьбе, где более активным был Павлик, а Тейлор работал на контратаках. По завершению финального раунда судьи единогласным решением отдали победу Келли Павлику. 16 февраля 2013 года в Атлантик-Сити, США, чемпион мира в легком весе по версии WBC, американец Эдриан Бронер, провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBA, британец Гевин Рис. Первые несколько раундов за счет активности выиграл Рис. В четвертом отрезке боя претенденту был отсчитан нокдаун. А в пятом, после очередного падения Риса, угол британца выбросил полотенце. Рефери остановил схватку, зафиксировав досрочную победу Эдриана Бронера.